Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Daewoo Nexia 2001 года выпуска. Двигатель 1.5 механика, передний привод. Пробег на автомобиле 380 тысяч километров. Заменю на нем две подушки двигателя. Подушку на коробке и заднюю подушку. Поднимаю автомобиль, поддомкрачиваю немножко коробку, поджимаю и откручиваю подушки. Поднял автомобиль. Снимаю со стороны коробки вот этот пыльник, откручиваю три гайки и снимаю его. Вот подушка, которую нужно заменить. Два болта к лонжерону и два болта кронштейну. Сейчас здесь подожму немножко, просто напряжение сниму и откручу ее. Также вот эту подушку, ну это еще проще поменять, два болта к кузову и один болт с гайкой. Здесь глушитель немножко отодвинем, и он снимется. Подпер гидростойкой коробку, беру головку на 14 и откручу вот этих два болта. Теперь беру головку на 12 и откручиваю подушку от кронштейна. Тоже на 14, на 12 говорю. Все, подушку снял. Подушка вот такая. В разваленном состоянии. Одна сторона полностью оторвана. Двигатель хлопал. Подушка фирмы Daewoo 90-250-437. Говорят, подделка китайская. Это еще старого похожего запаса, потому что голограмма Daewoo-ская. Именно такая, как она у них шла, нормальная. Наклейка качественная. Вот такая вот подушка. На подушке тоже есть принт с номером. Вот он. С оригинальным. Наживляю ее. Я их подтянул, но до конца не зажал. Наживляю лонжероны. Thank you.
Все, теперь можно и эти болты подтянуть. Отпускаю напряжение с коробки. Все, эта подушка заменена. Теперь меняю заднюю. Так, заднюю меняю. Поджимаю кронштейн. Не кронштейн, поддон. Головка на 14. Это не подлезет у нас. Гайка на 17. Так, номер на подушке 96-227-422. Маркировка выбита. А заказан был под другим номером 90-372-462. Но вот здесь вот голограммы нету. Упаковка деловская, а наклейка какая-то левая. Ладно, наживляю и прикручиваю. Здесь снизу стрелка, она указывает вперед. Убираю подпор. Thank you.
Все, подушку заменил. Теперь двигатель играть так сильно не будет. На этом замену опор двигателя я закончил. Всего вам доброго.